Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Мертвый остров. Ой, я не играл в него, наверное, так, давайте посчитаем. Дней 10, наверное, точно. Отдыхал от него, тут был завал по личным делам на личном фронте, как-то было не до этого. Кроме того, проходили Пенумбру и Battlefield, так что как-то все не до того было. Так, давайте вспоминать. Мы приехали в тюрьму, что мне тут надо сделать? Это мы, судя по всему, уже выполнить не можем, потому что мы уже перебрались на остров, собственно. И теперь нам нужно освободить друга Тита из одиночки. Пойдемте искать. Что у меня по оружию? По оружию у меня все довольно-таки печально. Ну да ладно, прорвемся не впервой. Хорошо, что у вас тут в вашей гопнической компании происходит? Молот утомляющий, понимаешь. Так, тут я еще, в принципе, ничего не знаю, что да где. Так что будем осваиваться. Там я вижу зомби стоят. Хорошо, так, винтовочный патрон. Да, конечно, после Battlefield 3 смотреть на такие корявые модельки оружия, это удовольствие не из самых приятных. Но, тем не менее, тут прикол не в этом. Вот, блин, в кооперативе играешь, конечно, очень весело, но когда начинаешь проходить в одиночку, возвращается вся атмосфера. Это гораздо более продуманное становится прохождение. И сейчас вот мне в одиночку бродить по этой тюрьме, опять же, довольно-таки жутковато. И, естественно, игра будет гораздо медленнее проходиться, потому что там ломишься вперед. Так, тут у нас, я так понимаю... А, нет, вот закрыто. Тут тоже закрыто. Но как это, в принципе, не странно, потому что это тюрьма. Тут все закрыто. Ой. Тихо. Да кто орёт-то где? Твою мать, зазомбяченная тюрьма. Что может быть лучше? Так, давайте пока осмотримся. Тут у нас два входа. Бардак внутри. Страшный, надо сказать. Видимо, отвалилось тут не очень хорошее. Ох ты, твою мать. Блин, я отвык уже. Какой кнопкой там? Я думаю, воевать с ним будет не самый хороший затей. Так, топор возьмем, хотя он, конечно, пока еще нам недоступен, но тем не менее. Побежали. А, не закрывается. Так, ладно. У меня тут делегация идет. Давайте вот тут их встретим. Пошел нахер. Птичка. Еще один идет. Отлично. Не, ну до чего все-таки молодцы, поляки. Какую охренительную сделали игру. Я уже отвык от нее, и что-то прям по новой. Проникаюсь ее атмосферой. Охранник. Так, нам, видимо, на этаж выше. Я так думаю. Ага, вон там. Ладно, так. Отлично. Получи, скотина. Так, там не идет амбал к нам в случае. Нет, вроде все спокойно в Багдаде.
Хорошо, голову нахер. Ух ты. Не подходи. Все, отлично. Так, как же я с тобой буду выбираться? Видимо, мне придется всех убить, потому что иначе... Иначе просто, когда мы будем выбираться с ним... Да, тихо ты. Его убьют, херам, и все. Отлично. Денежки, денежки. Не знаю, давайте попробуем всех не убивать. Может, он будет вести себя хорошо, как Джозеф, и просто пробежит дальше. То есть будет уворачиваться. А не как там всякие другие NPC, которые меня, честно говоря, сильно расстраивали своим поведением. Так, вон, видимо, контрольная комната. Хорошо. Добрый день. Эй! Ты чё? Ты скотина. Не вставай. Все, отбегался. Ладно. Хорошо, что у нас еще тут есть. Здесь у нас административные помещения всякие. Тут много вкуснятина, но туда что-то я попасть не могу, как ни странно. Так, что у нас тут? Еще я за деньги покупать сейчас буду. Вот у нас тут есть на халяву. Так. Что здесь? Револьвер. Возьмем, продадим. Пока что инвентарь не забитый. Что хорошо. Так, это что? Еще энергетик, он нам не нужен. Ну ладно, все. Давайте включать. Посмотрим, к чему это приведет. Открылись все камеры. Ой, ой. Надо отключить его быстро, быстро, быстро. Твою мать. Балерина, блин. Тихо. Так, наверх это, видимо, не туда. Поэтому... Пасап, нига! Блин, как меня этот звук доводит, а? Добрый день! Здравствуйте! Добрый день! Так, это, по-моему, гопник какой-то был, что ли? Бешеные, мать их! Ой, да замолчи! Все отлично! А, все, мы с другой стороны, понятно. А ты тут как оказался? Я же только что тут был, и тебя тут не было. Винтовочный патрон. Хорошо, калаш, это вообще отлично, конечно. Ты посмотри. Так, сейчас мне, похоже, придется довольно-таки сильно пострадать от зомби. Врагу не сдается наш гордый варяг. Так, все. Довольно-таки просто оказалось. Посмотрим, что у нас получится с пареньком.
Так, ты тут как? Живой? Да, погнали. Let's go. And if some of those freaks come running, you know what to do. Будем надеяться, ты знаешь, что делать. Потому что я тоже знаю. Come on, nigga. О, он бегать умеет. Это хорошо. I couldn't wait to get out of that fucking place. Так, кого-то слышу. Да мать твою. Ты придурок. Блин. Так, сейчас. Да не подходи к нему, мать твою. Что же тупицы-то такие? Уйди, скотина тупая, уйди от меня. Ох, как же он мне мешает, а? Come on, yo. Так, подождет, я надеюсь. Мне нужно здоровье. Потому что, защищая этого идиота, я довольно-таки сильно пострадал. Так, выпьем всю газировку, какая есть. Посмотрим, что у нас тут. Как там заряжать-то? Не так, но, в принципе, ладно, нормально. Я надеюсь, его сейчас этот здоровяк не убьет. Вот это вот. Так, все нормально. Он дверь выломал, понятно. Так. У тебя голова какая-то пуленепробиваемая, не пойму. От такого количества выстрелов уже даже железобетонный камень бы раскрошился, а это твоя башка все держится. Мать твою за ногу. Да ты уже задрал, честно говоря, патроны на тебя тратить. Так, чем бы тебя? Падай, падай, говорю. Падай. Падай, падай, падай. Хорошо. Блин, такого еще не видел. Далеко не убегай, пожалуйста. Так, отлично. Возьмем пока винтовку, чтобы пацаны тут не забывались. Так, давай-ка мне свою дубину канабо летательную. Или летальная. Ух ты! Блин, я хочу ее, надо что-то выкинуть. Скажем, что-нибудь ниже 23 уровня, вот 22. Блин, что такое? Вот так вот. Отлично. Так, сейчас надо будет все говно продать. Ну ладно. Давай подойдем к тебе сначала.
So you want to get to Block C? I can let you pass, brothers. But first, you gotta do something for me. Ты я только что сделал для тебя, мать твою. First off, I need more firepower for my boys, so they ain't so fucking afraid of those things. What you brought ain't gonna do. We need you to get more. Upstairs, there's an armory. But it's crawling with those walking corpses. Ну что ж, нам предстоит зачистка. Пойдем. Yes. Bring back as many of those weapons and all the ammo you can carry. My boys will show you the way. I'll wait here with Moen and the ladies. Don't worry now. They'll be safe with us. Хорошо. Металлический бронежилет перевели. Там Full Metal Jacket было написано, то есть цельнометаллическая оболочка. А это я так логически понимаю. А, но наши надмозги опять перевели, как могли, со своими двойками и своей херовой учебой, судя по всему. Так, починим все. Вне зависимости от того, продадим мы это или нет. Подойдем к тебе. Что у тебя можно продать? Мачете мы, пожалуй, так. Оставим. Это мы продадим, это продадим. А молот. Молот, я думаю, мне уже не особо нужен. Ага. Нож пригодится. А нет, вот лучше я ножик продам, а пожарный топор оставлю. Одна автоматическая винтовка. Ты посмотри, какой уровень для нее нужен. Пусть остается про запас. Как этот дробовик, я думаю. Магнум мы продадим. Револьвер тоже. И всякое это, которое вы так любите собирать и крафтить из него, что попало. Так, дальше, что у тебя можно купить? Кукри за 11 штук. Спасибо, не надо. Тем более 45 уровень требуется. Так, теперь мы посмотрим, что у нас. Чинить у нас, в принципе, нечего. Можно модернизировать, скажем, вот эту вот мачете, вернее, металлическую дубинку на все деньги. И винтовочку автоматическую. Все, хорошо, все деньги потратили, отлично. Больше они тут все равно ни на что не нужны. Так, ладно. По новой поставим все оружие, скажем, вот тебя мачете мы поставим вот сюда. Мачете. Сюда поставим дубину. Топор поставим сюда. Винтовку сюда. И М16 справа. Ну и в принципе, я думаю, нормально. Хорошо. Попробуем. Так, это на что? Мачете немощная. Мачете немощная. Сейчас мы их продадим. Киды и фини. Так, где у нас мачете немощная? А, злобная и немощная. Хорошо. Тоже деньги. И теперь мы идем в арсенал проводить зачистку. Ибо нехрен. Испробуем наш. Ага, довольно-таки серьезно выглядящий. Наша палица. Еще и охрана. В смысле, охрана живая, просто недружелюбная, что ли? Я правильно вас понял? Так, за этой дверью что-то не особо приятные звуки. Ляг. Твою мать. Я уж подумал, что мачете слабый какой-то. Просто не попадал удачно. Так, ладно. Давайте пока посмотрим. Что... Понятно. Больше я туда не хочу уже. А тюрьма, судя по всему, тоже открытая. И... Тихо. Тоже такой открытый мир. Со множеством путей, а не просто коридоры,
Поэтому, если пойдешь куда-то не туда, то можешь просто тупо заблудиться. Здравствуйте. Нахуй. Отлично. Так, тут у нас, в принципе, ничего хорошего. И кто-то стреляет. Ага, с полицейским мы воюем, значит. А я почему-то думал, что полицейские у нас хорошие ребята, а бандиты плохие. Но почему-то воевать приходится именно с полицией. Это довольно-таки странно. Ну ладно, улетел куда-то. Да блин. Все, наконец-то. Хоть что-то. Хоть что-то. Так, пистолеты мне ваши, пожалуй, не нужны. А вот денежки пригодятся. Ладно. Автоматическая винтовка. Какой уровень? 28-й. А у моей какой? 23-й. Но она все равно хуже моей. Почему-то. Патрончики. Это зомби или это человек? Кто-то там за дверью шебуршится, я слышу. Чем ты можешь мне помочь? I'm Kevin. Titus thought I could be of some help. I've unlocked a few doors in my day, you know? But there's nothing I can do here. This lock's tamper-proof, man. And I need the master key. Да твою ж мать. Only the senior guards have those. So get the master key, or you ain't getting in. Got it? Какой у меня есть выбор-то? Alright, the senior guard should have the key. When all hell broke loose, he hid out in his office with three of his thugs. The office is down that corridor. I'll stay here and fiddle with this fucker. Но когда в этой игре что-то шло по плану, всегда все через одно место. Let's go! А мне еще с тобой идти, что ли? Да вы издеваетесь. Все знают, насколько тупые NPC в этой игре. Так, начальник охраны. Там шебуршит, да? Подождите, там починиться же можно было. А, понятно, пока нельзя. Пока дверь закрыта, нельзя. Ладно. Нам придется лезть через баррикады. Тихо, кто встает? Я слышу кого-то, но не пойму, где он. За дверью, что ли? Да хер с тобой. У меня нет цели встревать во все заварушки в игре. Так, ладно. Ой. Добрый день. Хорошо. В этой комнате вроде все. А,
Вот я не помню, умеют ли они открывать двери. По-моему, нет, так что давайте спокойно осмотримся. Закуска. Что тут у нас? Ничего хорошего. Ладно, нам в эту комнату. Буду как в Батлфилде слепить фонариком. Ты смотри, притаился, а? Так, хорошо. Блин, автомат надо брать, я их продам потом. Денежки. Универсальный ключ. Не вставай, пожалуйста. Хорошо. Возьмем алкоголь, хотя тут я не видел, кто может делать из него молотого. А лично, чтобы самому делать, там нужно найти что-то помимо алкоголя, что именно не помню. Так, что у меня, кстати говоря, там с очками? Одно очко есть. Это возьмем. Надо было вот это, в принципе. Ну ладно, я все равно прокачиваю. Почему меня скачивают, говорю, спрашивают, почему я не прокачиваю вот этот дерево умений, хотя это моя специализация, но, блин, там такие читерские способности, которые я не хотел бы, чтобы были в этом прохождении. Нужны вам всякие там берсерк моды, там ярости или метание оружия, так что тебе потом биту кидаешь, она к тебе как бумеранг возвращается. То, пожалуйста, прокачивайте, я как бы не из-за этого играю, эти способности лично мне вообще не нужны. Возможно, блять, вы же все мертвые были. Возможно, это облегчит серьезно прохождение, конечно, но при этом... Ух ты, как тебя... Вы видели, да? Прохождение, возможно, все эти перки бесполезные улучшат, но... Мне будет неспокойно от того, что я пользуюсь всяким надуманным говном. Так, ладно. А это тоже был. А, да, ну я же возвращаюсь. Что же я туплю-то? Хорошо. Все довольно-таки гладко идет. На, держи. Твою мать, опять защищать. Ненавижу такие миссии. А, все? Или не все? Ой, блин, зачем я нажал эту кнопку? Так, это двойная дверь. Судя по всему, она в итоге так и откроется, поэтому... Да. Твою мать! Ты чё натворил, ботан? Вот из-за ботана все проблемы. Сука, сдохни. Ага, я выдохся. Иди за мной. За мной иди сюда. Давай, давай, иди сюда. Гори, гори, моя звезда. Ты что, еще не упал, что ли? Ах, быть бы тебе поповоротливее, ты был бы идеальной машиной для убийства, но... Сейчас ты умрешь. Вот так вот. Так оно и бывает. Okay, doors open. Ready? Get in there and grab what you want. Maybe you'll find something for me in there too. Металлический бронежилет. Давайте посмотрим, что тут хорошего есть. Патрончики.
Ударная винтовка. Маленький оружейный патрон. Так. И чё, весь арсенал, что ли? Да вы гоните. Какие-то сраные дубинки. Да, все одну возьмем. Хотя давайте все возьмем, продадим. Нехер этим зэкам. Я что-то не заметил, тут, честно говоря, особо много оружия. Не знаю, чем вы будете вооружаться, лошары. Но, тем не менее, квест я для вас выполнил. Так, да. Ну и ладно, я думаю, на этом мы завершим эту серию тогда. Продадим весь скарб и пойдем по следующим, уже в следующих выпусках прохождения. Так что оставайтесь на канале, следите за обновлениями. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока. Will you be my?